рабочим визитом в Республику Татарстан прибыл секретарь партийного комитета провинции Сычуань, начальник постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин. В рамках пребывания в Казани члены делегации провинции Сычуань приняли участие в работе бизнес-форума «Татарстан-Сычуань». Уважаемые коллеги, уверен, что проведение в Казани Татарстанско-Сычуаньского бизнес-форума будет способствовать дальнейшему развитию наших взаимовыгодных связей, реализации совместных проектов. Желаю вам успешной работы и приятного пребывания в столице Татарстана. В ходе форума состоялось подписание двусторонних документов о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и ведущими вузами Китая. Это Сычуаньский и Юго-Западный нефтяной университеты. Сычуаньский университет, значит, это вот основной ведущий университет Сычуаня, они хотят с нами тоже более комплексно сотрудничать, то есть не только по гуманитарной линии, по естественным наукам. И вот с Юго-Западным нефтяным университетом у нас тоже подписано соглашение, это по линии подготовки специалистов, нефтяников и нефтехимиков. По словам проректора по внешним связям Ленаром Латыповым, КФУ сотрудничает с китайскими университетами достаточно обширно и радует, что Казанский университет продолжает привлекать ведущие вузы Китая. У наших университетов есть множество точек соприкосновения для сотрудничества. Наш университет, так же как и КФУ, очень силен в химическом направлении. Кроме того, в КФУ изучение китайского языка очень развито, так же как и у нас изучение русского. В этих отраслях мы и планируем наше сотрудничество. После официальной части визита гостей из Китая познакомились с музеем истории КФУ и показали аудиторию, где учился Владимир Ильич Ленин. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз.